рядом с вокзалом Сестрорецким. Смотрите, здесь построена красивая какая-то прозрачная башня кремлевская. Библиотека. Рядом с библиотекой. Рядом с библиотекой. Вот такое деревянное здание. Спар. Так, вот здесь я, по-моему, выходила. Спар. Ну, может, здесь, конечно, много магазинов Спар. Нет, не здесь. Тики и Спар. Так, опять переезжаем через реку. Здесь мостик. Вот нас потряхивает на лежащем полицейском. Пекарня хачапури. Грузинская кухня. Хинкали, вари, хали, хачапури. Интересно. Я бы сходила, мне нравится грузинская кухня. Была в Грузии, в Тбилиси была. Видела место, где известный праздник такой, Тбилисово. Это место, где проходит этот праздник. Вообще в Грузии попутешествовала. Я думаю, что я сниму только сам Сестрорецк, поскольку здесь подсветка есть, более-менее светло. Вечерний Сестрорецк, зимний. И сейчас сегодня пятница, 8 февраля. Половина седьмого. То есть я буду дома где-то в районе 8 часов. Вообще электричка до Сестрорецка из Питера с Финляндии идет час. А вот маршрутка может быть быстрее. Дали зелененький цвет и ток. какое-то слово, похожее на босиком. Издалека читается как босиком. Справа у меня окей и покупка. Рядом лежит рюкзак. Люди как-то распределились пока. Большой рюкзак. Из-за штатива в том числе. Так, и вот мы потихоньку выезжаем из Островенска. С правой стороны сейчас покупка. ПТК. Натуральные продукты, мед впереди, много каких-то медицинских центров. С правой стороны у меня уже все, лес пошел, темно. Ну, ты прогулялась? Прошлась и сразу там было удобно, что ты и сел в теплое, в цивилизацию. Ну, собственно говоря, если бы я пошла пешком, я бы и согрелась тоже. Там луна светится, не знаю, видно. Я вижу луну круглую. Полнолуние. Впереди маленький магазинчик стеклянный, ну, такой немножко стеклянный, сфера 24. Вышка мобильная. По-моему, мы едем сейчас вдоль реки. Ну, там за машинами река. Дорога очищена полностью. Вообще идеально ровная. Здесь положили новую дорогу. Просто едешь, как на самолете летишь. Так, ну и что, мы вот сейчас выехали, как бы, ну, снимать сейчас пока нечего. Только машины видны. Поэтому отключаюсь. Всего доброго. Значит, вот мы из Сестрорецка выехали. Еще Бургер Кинг. А, сейчас же будет подряд вот эти вот станции. Этот Бургер Кинг мне напомнил, что мы когда вышли из лесопарка Дарковка, уткнулись сразу в Бургер Кинг первым делом. А они же здесь один за другим. Как раз вот Разви, Погорская, Александровская, Лесинос и Ольгина. Потом уже Питер. Так мы будем сейчас ехать в обратном порядке. Домик деревянный с какой-то очень яркой лампой. Тут видно, что окно супер чистое. Поэтому очень быстро мы проезжаем эти станции. Там очень красивый домик такой с башенкой небольшой.